то, что мы себе нарисовали в голове, о чем договорились, это, бойцы, не всегда пройдет. И надо быть к этому готовым. Надо быть к этому готовым. Сегодня явно сквозило такая в первом периоде, что мы уже где-то там троечку-то ведем. Это 100-200%. Ни заряженности, ни борьбы. Столкнулись с упорной работой соперника, с хорошей работой, заряженностью. Мы опять поплыли. Это вторая игра, где мы проваливаем первый период. Вторая игра уже подряд. Это сидит только вот здесь. И вот здесь, внутри команды. У нас перестало быть чувство опасности. Откуда оно взялось, я не понимаю. Чувство опасности должно присутствовать всегда. Всегда и во всем. Есть хорошие русские слова. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Вот нас уже вторую игру это дело прибивает. Вы что думаете, перед нами кто-то ляжет, что ли? У всем очки нужны. Всем. Предупреждал, что хорошая команда, очень быстрая, настырная. А? Я на китайском разговариваю, Назаревич. Антоха. Шенфик. Я на китайском разговариваю, Антон. Ребят, все в ворота. Поперек. Только не надо говорить, что у нас руки трясутся, мы так придумали. Это ломать игру должны вот эти вот моменты, микромоменты. Микромоменты. Они ломают игру. Что в итоге и сделали. И хоккей это сумасшедший труд. Вот смену отбегал, надо уставать. Заложи себе в голову, что я, если я в хреновой физической форме, я должен отбегать 15 секунд, то уже от меня польза была вот так вот. Давайте начнем работать, давайте закончим играть, а? Начнем работать. Это не плохое слово, это хорошее слово, работа. Через работу, через борьбу, через все эти моменты приходит, и вам уверенность придет. Сейчас откуда-то взялось, клюшечкой борьба. Да, она нужна, она важна. Но важна и силовая борьба, это воздействие физическое, и тут же приходит психологическое на соперника. Если не умеете, пацаны, учитесь. Учиться никогда не поздно. Мне 60 лет, я учусь. Я с вами учусь вместе. Учусь вот из такого положения выходить. Хотя уже тысячу раз как игрок и как тренер уже выходил. Там много-много было таких моментов. Вылезали. Но мы не должны этого забывать. Еще раз повторюсь, чувство опасности всегда должно быть вот тут вот. У загривочка. У загривочка, ребят. Не дай бог. Сейчас где-то я чуть-чуть киксанул. Не доработаю. Нам могут забить. Нет, надо отработать. Ну а так, молодцы, с победой, что вытащили, хорошая игра. Пацаны, хороший третий период. Давайте за него зацепимся. Иваныч красавец, Мороз первый гол. Сегодня, во, сегодня... всех с победой! Мужики, молодчики, тяжелая игра, тяжелая победа. При 0-2 нашли все силы, эмоции, вырвали. Давайте, готовимся к следующей игре, легче не будет. Спасибо.